Привет, друзья! Мы рады приветствовать вас на нашем канале. И сегодня мы поговорим о рыбках. Вы не поверите, снова о рыбках. А сегодня поговорим о glowfish. И поговорим о аквариуме для них. Чем они отличаются, чем аквариум для glowfish отличаются от обычного аквариума. И мы пригласим сейчас Дениса Александровича. И мы на примере вот этой вот банки, которая стоит вот сейчас вот здесь вот, сегодня мы будем ее запускать у клиента. Мы расскажем особенности и нюансы этих рыбок. Так, Денис Александрович, в кадр, пожалуйста. Здравствуйте. Добрый день. Расскажите, чем они отличаются? Итак, рыбки glowfish – это последнее веяние, скажем так, аквариумного дизайна. Чем они отличаются от обычных рыбок? Да практически ничем. То есть и точно так же, как обычным рыбкам, нужна вода, нужна фильтрация, нужно кормление, то есть все, что нужно для обычных стандартных пресноводных рыбок. Но у них есть принципиальное отличие, то есть glowfish, им вживлен ген коралла, да, и для того, чтобы они светились, делали вот этот кислотный свет, необходимо специальное освещение. Для того, чтобы добиться максимального эффекта вот этой флуоресценции, мы ставим лампочки. Одну синюю. Вот обычные лампы. Это обычные Т8 люминесцентные лампы, но мы сочетаем вот непосредственно синюю лампу морскую. И есть специальная лампа для рыбы у фирмы. Она называется Aquaglow. Aquaglow тоже. Вот она хорошо высвечивает именно яркость рыбы. И в их сочетании мы считаем, эта рыба смотрится ярче, эффектнее всего. Также мы насыпем на дно черный грунт, черный пластиковый искусственный грунт, для того, чтобы еще оттенить эту рыбу от воды и от всего. Аквариум будет на просвет, поэтому в центре будет остров с валунов и искусственное растение. И вот такую обстановку после запуска мы вам покажем. А, мы взяли не просто один вид какой-то этой рыбы, glowfish, да, мы взяли около 4-5 разных цветов, для того, чтобы создать максимально такой яркий микс. И вот мы вам покажем, как они смотрятся под обычным белым светом, и когда включим специальные лампы, как они загорятся. Например, для нас было большое открытие. Мы взяли бордовых тернеций. Они в обычном свете просто бордовая красивая рыбка. Но мы не думали, когда мы зажгли специальный свет, они начали светиться зеленым светом, таким кислотным. То есть очень круто. Смотрите.